Единственный в Казахстане патронный завод, который находится в Караганде, продавать не будут. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития опровергли информацию о его продаже. Но с оговоркой «ближайшие несколько лет». Интересен факт, что о продаже не знал даже глава Карагандинского региона. Сейчас на прямой связи со студией находится наш корреспондент Вера Шеллер. Вера, мы уже поднимали эту тему в эфире нашего телеканала. Почему вдруг министерство передумало? Здравствуйте, студия. Информацию о том, что единственный в Казахстане патронный завод готовят к продаже, сегодня действительно обсуждают почти все информационные издания. Аукцион планируют провести на веб-портале реестра государственного имущества. Торги признают состоявшимися, если в них примут участие как минимум два потенциальных покупателя. На лентах называют даже дату торгов, она намечена на июнь. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны частично подтвердили информацию, к примеру, то, что завод действительно выставлен на приватизацию, но при этом уточнили, что в ближайшие несколько лет продавать его не будут. ТО «Стил Мануфактуринг» действительно внесен в перечень организаций, предлагаемых передачей в конкурентную среду. Однако на данный момент передача в конкурентную среду патронного завода не планируется. На данный момент мы занимаемся загрузкой мощностей патронного завода. Напомним, что казахстанский патронный завод единственный в своем роде. Он был открыт в 2020 году. Основная часть боеприпасов производится для Министерства обороны. По словам специалистов, мощность завода при работе в 3 смены равна 90 миллионов патронов в год. В этом году казахстанский завод планирует выйти на экспорт. Активно сейчас идут переговоры с американцами. В феврале этого года руководство завода сделало заявление о том, что Соединенные Штаты готовы купить у Казахстана партию патронов до 40 миллионов штук. Что касается продажи завода, которая произойдет по комментарию МИР, еще раз повторю, точно не в ближайшие несколько лет. Стартовая стоимость пока не определена, но известна сумма всего проекта, это свыше 28 миллиардов тенге. При реализации завода средства, вложенные в данный проект, будут возвращены в республиканский бюджет. Одним из условий приватизации является сохранение профиля деятельности завода. Данный механизм позволит заводу освоить новые виды деятельности путем расширения номенклатуры производимой продукции. Что касается руководства области, то сегодня при беседе с нашим телеканалом глава региона опроверг слухи о продаже патронного завода. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события и действительно ли в ближайшие несколько лет завод не будет продан с молотка. Потому что в списке объектов на приватизацию и передачи в конкурентную среду он уже добавлен. Это вся информация к этой минуте. Передаю слово студии. Да, будем следить за ситуацией. Остается еще много непонятных моментов. Спасибо, Вера.